Прекрасные дамы, сегодня я хочу вам представить несколько образов с бусами. Если у вас есть, давайте им дадим вторую жизнь и вдохновим себя на красоту. Первый вариант – это вот такой универсальный чокер. Каждый может сделать его сам. Нужны только бусы и дополнительно ленточки. Смотрите, как мы его можем применять. Сначала мы сделаем как чокер. Дополняет образ и подчеркивает нашу женственность. Он настолько универсальный, что может быть использован даже как пояс. Цена теперь на наши юбки. Очень часто бусы бывают в три нитки, но это не значит, что мы можем употреблять их только так. Смотрите, какой вариант. Мы из коротких бус делаем удлиненные. Теперь у нас получилась как бы совершенно другая вариация с бусами. Но если мы добавим вот такую кружевную ленточку и завяжем. Если мы сделаем особенно акцент черного на белом, это будет вот так красиво выглядеть. В дополнение к нашей черной кружевной ленточке мы добавим белую, потому что у нас цвета эти сопутствуют. Так очень женственно, нарядно мы теперь выглядим. Мы сделали акцент черно-белый. Наши бусы заиграли совершенно по-другому. Также не стоит пренебрегать самым восхитительным аксессуаром, дамскими перчаточками, вот такими тонкими. Нам, женщинам, эта утонченность, эта красота просто необходима. Лишь только потому, что она нас воодушевляет. И даже если вы не будете использовать их на улице, а просто их наденете на свои прекрасные ручки, вы почувствуете эту женскую энергию, вы почувствуете себя женщиной. А я благодарю за ваш просмотр и очень надеюсь, что вам понравилось это видео. И я смогла вас воодушевить и мотивировать сиять, зеркайте и украшайте собой наш замечательный мир.